Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй. Сегодня поиграем в игру, которая называется Match Hit. Так, обучение. А, тут вот так вот надо. Так, спокуха. Готов. Хлопчик. Побежали. Через тройное. На тебе. Так, обучение закончено. Окей, ладно. Так, что мы тут выбираем? Апгрейдить дамаг, наверное. И сердце. Еще можно? Нормально. Погнали. Сделаем так. Ух ты, гаденыш. А если так? Отдохни чуть-чуть. Давай так сделаем. На-ка! Фига мы ему там пропечатали. Пускай возрадуется. Ха. Так, что нам, на прокачку ничего не дадут? Нет. День первый. Забираем с тобой кристаллы. Я готов. Так, что нам с ним сделать? Ну, наверное, вот так вот, скорее всего, оптимально будет. И вот так. Пускай отдыхает. Смотри-ка, какой тут, а? Крутыш. Слабовато бьем, конечно. Ладно, ничего страшного. Так, третья, последняя волна у нас тут. Я бы не сказал, что тут особо офигенный такой выбор по атаке. По минималке дают. Нет, спасибо. Можно было бы, конечно, деньги получить, но я воздержался. Так, 4 волны уже, серьезно? Хватило одной комбо-атаки. Так, я, наверное, вот так сделаю, ребят. Через бургер. На! Ха. Ух. Тут будет просто шикардос. Так, мы с тобой открыли второй ключ. Точнее, не открыли, а получили. А здесь, я сделаю вот так вот. Оу, да. Да, блин. Нифига. Катана. Глок. И гемы. А это что, я могу все носить, что ли? Так, открывается огромный сейф. Угу. Давай здесь. Звездочка. И деньги. Видимо, у нас будет потом новый персонаж какой-то, скорее всего. Так, а вот это что такое? Монетки? Больше монет зарабатывать будем, да? Поехали. Ну тут только вот такая есть комбинация. Теперь вот так вот. Ну, понятное дело, оверкил, конечно же. Если я сделаю так, так, так и вот так. Ах, какой хороший был апперкот. Прям душевный такой. Так, ну тут уже начали рекламы, как говорится, без моего ведома, ребят, втыкать. Вот что я тебе хочу сказать. Давай так вот сделаем. Ну, понятное дело, тут ему кранты. Тут бабки не ходи. Наваляли, будь здоров. Так, 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 так. И все. Он 4 уровня, этот хлыщ. Кстати. Так, немножечко прокачались. Чуть-чуть, самую малость. Давай, наверное, дамаг. И...
Так, бесплатно, не надо. А дай-ка я посмотрю, что мы можем. Ох, ё-моё. А, у меня ничего нету. Да, петы еще будут. Катана нам не хватает. Ага, я понял. Угу. То есть нам не хватает с тобой еще два вида оружия, чтобы нам прокачать катану. Поехали. Солидно. О, да. Нормально так. А дальше, друзья, просто невозможно играть, потому что рекламу суют через каждый поединок. Но это никуда уже не годится, на самом деле. Там, конечно, можно купить ее, включение рекламы. Но ты знаешь прекрасно, что ты этого не сделаешь. Босс-файт. Хо-хо, коп. Ну-ка. Неплохо, я тебе скажу. Совсем неплохо. Блин. Блин, блинский. Все, я его сейчас добью, ребят. А ну-ка, получи. Всыпали мы ему. Опа. А вот, ребятушки, и катана. Собрата полностью. Да, собрали полностью. Так, я могу ее как-то, ну вот, открываем. Использовать. О, да. Погоди. Ну мы же... Так, стоп, подожди. Ох, нифига там оружие это будет еще. На восьмом уровне что-то откроется новое. Непонятно, правда, пока что. Угу. Так, подожди, я же должен быть с катаной. Где кат... Нет, постой, так не пойдет. Почему он у меня идет без катаны? Райдер? Ага, ключик один забрали. Нет, мне непонятно, где моя катана, блин. Для чего я ее собирал? На тебе. Последняя стычка. Блин, фиговая какая-то стычка. Не очень удачно для меня. Давай так. Все. В труху мы его разобрали. Так, забираем сундук. Ого. Дагер. Глок. Забираем еще один сундук. Открыли глок. Открыли дагер. Хальберт пока закрыт. Открыть. Но вот в данный момент у меня написано использовать. Но почему-то он его не использует. Почему? Апгрейдить можно. Вот этого я, если честно, не пойму никак. Вроде бы как оружие есть, и в то же время его как бы и нету. А мы уже в поезде с тобой. Потом будет какой-то офис. Ну что, дорогие друзья, так как здесь слишком много рекламы воткнуто, я, пожалуй, на этом закончу сегодняшнюю серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!